Так и поехал, брат, по этапу ты перелетаю, почему? Рифмы точим точно на лесопилке. Рабочие ночи перед бодылки, бревна сочные. Чего ты хочешь, летят стружки, опилки? Скажи, иди, приклюв ту шпана. Гильдия раскрыдяев, эй, я. Ты бы молил меня о пощаде, ага. Улем-пуль, мы разгоним все жулье. Кэна. Пана, все, канай, канале, на-на-на-на, на застолье, ты будешь сольником. И че-то, ну, никто не знает, перебив. Ну, ладно. Чё-то не весело. Не, понимаю, лучше там что-нибудь типа 3, да, один на негатив рядом. Ждем это к месту. Сейчас можно маленькую паузу? В общем, как-то получилось так, что там на выбор осталось, в принципе, две песни, да. Одну нужно было веселую, и вторую грустную. И как-то решил, опять же, больше, меньше хитов и больше, наверное, песен в тему вечера.
прекрасно знаю, что все могло быть лучше. Правда, вот я не знаю почему. Очень сильно волновался. Очень сильно переживал. Дай Бог Олегу светлая память, чтобы помнили всегда в семинаре добрым словом. Ну и Царствие Небесное.